Всем привет, с вами в клубе ТВ, я Джеймс и Свэг. И как вы видите за моей спиной, все поздравляю Диныча со свадьбой. Он наконец-то поженился. Как дела? Ай, жарко. Скажи, что можешь пожелать Динычу? Ну, он настолько разносторонний человек, и очень давно его знаю, что мне кажется, что он уже продумал свою жизнь такими скачками, рывками, зигзагами, которые помогают ему двигаться к определенной цели. Я не знаю эту цель, я думаю, что она достижима, высока, и вот один из очень крупных таких шагов, прыжков вперед, это и женитьба, а загадывать что-то вперед в день свадьбы, я не думаю, что не буду ничего. Я безумно счастлива за моего друга, что сегодня родилась новая семья, новый крепкий союз, я надеюсь. Я хочу пожелать, чтобы он всегда любил свою прекрасную, любимую девушку, жену уже, Мишаню. Пожелать им любви и чтобы они строили свой крепкий дом вместе, за руку держать. Но я еще был маленьким совсем, когда мы начали общаться, смотрел, как они работают на студии с Домиником, так что довольно-таки очень давно. Я на это смотрю совершенно спокойно, он готов, он успешный и молодой человек, так что я думаю, что это очень хороший шаг. И семья всегда должна быть рядом, и нужно создавать свою семью всегда. Так что хороший шаг. Оберегай свою любовь, оберегай любовь к своей девушке, береги ее, и всего тебе самого наилучшего, бро, от души. Всем своим близким людям, которые решили соединить свою жизнь, желаю, чтобы их любовь была длиннее, чем жизнь.
Наверное, большего пожелать молодой семье невозможно. Ну, конечно, деток, благополучия, близких. Но, наверное, этого уже пожелали и будут желать еще неоднократно. А вот любви длиннее, чем жизнь, наверное, еще не желали. Друзья, Иракли с нами. Иракли, привет, как настроение? Все прекрасно. Наконец-то Дино вступил в ряды наши, а именно окольцованных. Только что это происходило на моих глазах. Я снял даже видео для Твиттера. Это очень грустный момент. Очень, на самом деле, было искренне. Сентиментально. Эти клятвы, Мишаня, Диныч. Они настоящие, я их очень люблю. Давай пожелаем Динычу. Братишки, я тебе искренне желаю. Это счастье. Я желаю, чтобы ты ощутил это счастье. Ты уже счастлив. Но ты даже не представляешь эти первые секунды и впоследствии ощущение счастья того, когда ты ощущаешь, что ты отец, что у тебя есть ребенок, который похож на тебя, который, может быть, будет читать рэп, и он тебя боготворит, ты для него идеал, и это очень круто. Я тебе желаю, чтобы ты занялся срочно делом после этой долбанной свадьбы. Быстро займись делом и будь счастлив. Привет, как настроение? Настроение самое приподнятое, самое замечательное, потому что, ну, я понимаю, самый счастливый человек. Семья моя здесь, моя жена здесь. Моя жена. Слушай, но мы хотим от Клода тебе пожелать тебе самого доброго и светлого, чтобы вы были счастливы. Большой шаг и большой поступок, очень мужской, можно сказать. И большие ему поздравления. Самое главное, чтобы его семья еще больше разрасталась количеством членов семьи. Потому что действительно дети самое главное в семье. Пусть у него будет очень много детей. Бьянка, привет, как настроение? Очень хорошо. Несмотря на то, что у меня температура, завтра в посольство и на концерт вечером улетать, я нашла в себе силы, потому что было очень большое желание прийти поздравить своих товарищей с таким замечательным днем. И я очень хочу сразу пожелать, чтобы они жили дружно-придружно, у них было 5 детей. Это созвездие, которое здесь уже присутствует, наших многоуважаемых, многолюбимых звезд, артистов. Это, конечно, как бы немножко даже напрягает. Поменьше проблем, побольше улыбок, счастья, побольше хороших новостей. И, конечно же, потомство таких же маленьких Динычей, да, которые будут встряхивать страну. Друзья, с вами Александр Толмацкий, всеми известный продюсер, папа хип-хопа. Скажите, вы давно знаете Дино? Ну, я его знаю еще тогда, когда он не был тем, кем он является сегодня. Давно. Я вот всем говорю, что им надо пожелать только детишек. Потому что детишки, семья – это прям вот знак равенства. Минимум двоих. Как минимум мальчика и девочку. Желаем, чтобы их отношения теплые, их любовь, которая у них есть сейчас, она сохранилась на всю оставшуюся жизнь. Счастья, любви, удачи, не разводиться. Вот там, тут что-то все разводится. Деночь, не разводись.